Всем доброе утро. Мы по-прежнему находимся еще в санатории эту неделю. Вот. Сегодня у нас воскресенье. На улице минус 15. Ощущение, как минус 23, пишут, ясно. Ну, ветер на улице, прохладно. Вот такая погода. Пришли поснимать белочек. Ну, вчера мы ездили специально своих белочек снимали. Их вчера очень много было. Сегодня мы вам остальные кадры там выложим. Это озеро такое большое. Летом тут, конечно, красиво. Вот. Там три белочки бегают уже. Сейчас мы их попробуем снять, покормить. Гриша там пошел с орехами. Так что спасибо вам за просмотр. Не теряйте нас, не забывайте. Ставьте нам классы. Огромное спасибо. Будьте здоровы все.